Дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы ожидаем Алексея за новым автомобилем. Лада Веста в кузове седан, цвет дайвинг, комплектация Комфорт Винтер 2020 года. Друзья, вот этот, собственно, автомобиль. В этом видео я вам расскажу по комплектации автомобиля, что в него входит, что мы сюда установили. Осмотр с нашим клиентом. Проверим автомобиль по лакокрасочному покрытию, процедуру оформления и выдачу. Друзья, по комплектации автомобиля. Руль идет с обогревом, круиз-контроль, клавиши управления. Здесь вообще штатная аудиосистема стоит, просто по заказу нашего клиента мы поставили мультимедию с камерой заднего вида. Вот, кстати, по мультимедии, стоимость такой мультимедии вместе с работой составила 20 тысяч. Это Skylar на андроиде. 20 тысяч это с камерой заднего вида и с установкой, полностью все под ключ. Также стоит и адаптер, то есть с руля громкость прибавляется, убавляется, можно отключить, все это уже подключено. 4 стеклоподъемника, 2 передние подушки безопасности, декоративные вставки на торпедо и на картах дверей. Здесь на картах дверей идет материальчик тканевый. Наружные зеркала с электроприводами и обогревом, обогрев лобового стекла, система ESP, центральный замок, кондиционер, подогрев сиденья идет трехуровневый. И водительское сиденье, друзья, у нас регулируется по высоте и присутствует поясничная поддержка. По внешней части автомобиля спереди у нас противотуманные фары, 16 легкосплавные диски, шины летние 195-55R16, мотор Хектора 3. И сзади у нас датчик парковки, друзья. Наружные зеркала окрашены в цвет кузова, идут с повторителем. Ручки дверей также окрашены в цвет кузова. Дополнительное оборудование, что мы сюда поставили. Собственно, Skylar, система мультимедийная, да, с камерой заднего вида. Кстати, камера заднего, сейчас включу. Здесь пленочка просто идет. Камера заднего вида. Вот. Значит, стоимость составила 20 тысяч вместе с работой и с камерой, все в комплексе. Мы установили сигнализацию Starline с автозапуском А93. Стоимость 14 500 рублей вместе с установкой. Сделали полную антикоррозионную обработку автомобиля 4500. Постелили ковры, салон и багажник полностью 2500. Поставили, установили сетку в бампер, то есть полностью и низ, и верх 2500. Поставили защиту двигателя 2500. Заменили зимние шины. Мы установили сюда Viati 205-55R16. Стоимость составила 15 тысяч вместе с работой. Ну, в принципе, все. Вот такой перечень дополнительного оборудования мы установили на этот автомобиль. Сейчас уже Алексей оформляется. В принципе, сейчас оформится. Мы его поздравим с прекрасным приобретением. Вот. Друзья, пожелаю вам прекрасного настроения. Приезжайте за новыми автомобилями. Пойдем к Алексею. Сейчас будем его поздравлять. Дорогие друзья, Алексей приехал к нам из города Ульяновска. Уже с клиентами, которые уже приезжали у нас недавно, кстати, приобретали автомобиль. Вот. Тоже как знак качества. Да, да, кстати, вот. Веста белого цвета. Веста белого цвета, СВ. Да, приезжали ребята вот к нам. Вот сегодня мы вместе с Алексеем приехали за новым автомобилем Lada Vesta в кузове седан, цвет дайвинг, комплектация Комфорт Винтер 2020 года. Алексей сделал предоплату, заказал дополнительное оборудование, я уже вам все рассказал. Мы все установили, все сделали, автомобиль сейчас проверили полностью, уже оформились, в принципе. Вот. Поэтому, Алексей, поздравляю вас. Да, спасибо большое, цена устраивает, автомобиль тоже мне нравится. Спасибо вам огромное. Спасибо большое.
слышно. Спасибо большое. Вот, ребят, контакты в описании. Вайбер, WhatsApp, либо в Instagram заходите, в директ пишите. Жду ваших заказов. Стоимость такого автомобиля составила 880 тысяч. 2020 год автомобиль. 780. Точно, 780, друзья. Так что, друзья, до новых встреч. Приезжайте, жду ваших заказов. Пока.